кажется, влюбился. Это какое-то недоразумение, 10-е место мое. Я купила 2 места, чтобы ехать в купе без попутчиков. Одной. Очень красивая. Мы с ней сутки ехали в одном поезде. Ведь не дала ни телефона, ни адреса, где становится. А як побачишь, ты ей пизнаешь? Че, дурак, что ли, Юр? Я же говорю, стоит у меня перед глазами. Дима, вы? Здравствуйте. Это ж надо. Вот так встреча. Юр, я там твой туалет замою. Ай-яй-яй-яй-яй. Что смешного? Ну да, был, есть. Но в сущности это совершенно не важно. А вы думаете, мне это интересно? А мне это совершенно не интересно. Без женских тайн. Все.